Thank you.
да, да. Конечно, сказать, приди потом. Работает, да, 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 на да, компьютере да, нормально. Увольни. И до дня до. До пяти. До пяти выпускать. Если надо, то так уже не надо. Это кем? Ну таким. Ну что он пишет? А он где? Я тебе даю. Я тебе дал, кстати, привет. Нет, он уже привет, не знаю, я уже все. Да не, нормально. Ищет очень хотел приехать, что-то 11 июля в Салайка. Подал в этот экран, я чтобы попал. Ну давай. А я буду тебе задавать. Походить просто. Я хочу тебе задавать вопрос. Интервью. Есть такая техника, ну я думаю, что и у тебя это есть. Вот что вот скажешь, можешь диск, деньги, ну кино. Да. Потом делаешь стоп-кадр. А из него запись. Я слышал, есть. Я остановил там. Юр, иди туда поближе. Вот с этого. Туда, туда. Я все фотографии. Я тебе заплачу. Да ладно, можно и так. Бесплатно. Потому что вот в этом году намечается. Это на сколько времени, Вить? Подход Орлова. Давай подход Орлова сейчас. Все поцелуи в кучу. Да. Символично. И чтобы я не выбросил телефон твой. Ладно, с духом чай. Давай. Заснял? Я не знаю. Я заснял, а как же? Все нормально. И сейчас тоже вы в кадре. Да, спасибо. Этого товарища мы издали. Поймали. Так кто опоздал 2000 рублей? Ну понятно. Юра, здесь говорят, тебе это дороже станет. Ветераны, все с корной. Начальника. Что мне ходит? Ну ты давай со всеми уже. Олиграф. Варень тебя. Еще кто нибудь Здорово. А еще будет второй человек. А где Десятого лучше? А вот здесь есть. Ну тогда с вас побольше надо. Олег, что-то ты не со всеми это обнимаешься. Да нет, все равно не со всеми. Ты что, меня забыл, что ли? Ложечку. Мы уже выпили. А ты что, руки не моешь? Так, ребят, веди как там. А где селедка? Бог, дай селедочку. А там селедка? Хлеба? Разрешите мне сидя? Да, конечно. Можешь лежа даже. Даже без микрофона. Лежа. Дорогие друзья, сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить 37-ю годовщину со дня окончания нами военно-дирижерского факультета при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Как вы все помните, в 1974 году на нашем курсе было 46 выпускников. И вот 47-й мы считаем Васю Шабельника, который его отчислили где-то на, если не на пятом курсе,
Я в тот оркестр попал, где он дослуживал. Да? На четвертом. На четвертом круге. Это дисциплина, по-моему. Да, с Захаровым у меня что-то там на кулигане. Да. Ну вот смотрите, и дальше я тут вот привожу сведения. Так, быстро скажу, чтобы вам было понятно. Ну, например, в Москве в настоящее время проживает из этих вот 47 человек 16 человек. Ну, большая. Я быстро без имен назову. Бурба, Гуржебекян, Докторов, Зуев, Ионин, Комиссаров, Крыжановский, Курлаев, Левицкий, Москвичев, Онищенко, Орлов, Павлов, Петров, Салимов, Пурман. Вот 16 человек. А Ионин еще не приехал. Я скажу потом. Ладно, потом. Теперь в России, в других городах в настоящее время проживает 8 человек. Иванов, Озеров, Акулов, Шабельник, Шатковский, Шацков, Шевченко, Шестая. В Белоруссии 4 человека. Борисевич, Никитин, Рудаков, Ходоренко. В Украине тоже 4. Веретин, Ганжа, Дуда, Марченко. Мы так и не смогли найти адреса четверых выпускников 1974 года. Готовцева, Люклянчука, Осюнько и Полилова. Ну, с двумя потеряли связь. Это Полшков и Шаповалов. Миша, ты что ты это? Разучился. Ну и еще с одним Баранов мы не смогли наладить такие контакты. Не грамотно? Вот мы. Да. Петь, ты будешь? Ты не мешай пока. Нет, я буду, конечно, но чуть-чуть потом. Пока же я речь толкаю. Вот теперь смотрите. Сколько человек у нас уже ушло, я тоже назову. Вымернуть. Мир иной. Авдеев, Горбарь, Герасимов, Жиряков, Захаров, Квакин, Севастьянов, Шань. Ну, в общем так, все, кто хотел принять участие в нашей сегодняшней встрече, находятся здесь. Естественно, что приглашение я отправил заблаговременно всем ребятам, адреса которых неизвестны. Вот не принимают участие в нашей сегодняшней встрече по каким-то важным, возможно, с их точки зрения причинам, следующий товарищ Ионин Николай. Он недавно перенес две операции, поэтому говорит, не пить, не есть не может. Следующий, Комиссаров Евгений, тот тоже перенес две или даже три операции. Он говорит, у него диабет ко всему, поэтому тоже не есть, не пить не может. Докторов Евгений, он получил срочный заказ на печку. Левицкий Олег, работает в охране, не смог найти замену себе. Работает сегодня, дежурит. Онищенко Виктор, просто какие-то обстоятельства сказал, неизвестно какие. Павлов Владимир. Работает по субботам. Салимов Вячеслав уехал в Петербург. В общем, вышеперечисленные товарищи предупредили меня заранее, что не смогут присутствовать на нашей встрече. И, естественно, передали привет всем присутствующим через меня. Также предупредили меня заранее, что не смогут приехать в Москву по разным причинам несколько наших однокурсников. Ну, например, Марченко Вадим. Он позвонил мне вчера из Винницы. Как всегда, представился Марчелло из Венеции. Сказал, что в этом году его отпуск не совпал с датой нашей встречи. А еще у него какие-то там грыжи замучили, так что не ждите. Ну, Рудаков Владимир, я кое-кому давал уже письмо почитать. Сегодня утром получил это письмо с фотографиями, и он там тоже объяснил, что не приедет. Шатковский Владимир, это уже традиционно, ему далеко из Благовещенска. Дальше. Ганжа Саша позвонил сегодня утром из Полтавы, где он гостит у мамы. Передавал кучу приветов и то, что он еще помнит, что в до мажоре три бемоля. Передавал также привет от Вани Дуды и приглашал от его имени всех в Евпаторию. А, Ваня там, я был у него в гостях. Ну дальше. Борисевич Валентин прислал недавно письмо. Прямо не сказал, приедет ли, но по общему тону можно догадаться, что не приедет. В этом письме, конечно, обиды на руководство России, за батьку Лукашенко и так далее. Все претензии к Путину и Медведеву. Ну да. Дальше, смотрите. Ходоренко Виктор прислал сообщение по электронной почте. Вчера я получил. Он пишет так. Всем собравшимся на встречу, всем здравствующим, всяческих успехов и здоровья. Память всем безвременно ушедшим. Мой вклад в сохранение памяти... В честь Саши Жирякова пьеса для фортепиано «Воспоминания». В память об учителе, великодушном и добродушном человеке Готлибе К.
концерт для фортепиано с оркестром. О, летний, да? Виктор Ходоренко. Ну, в общем, все вышеперечисленные товарищи также передали привет и наилучшие пожелания всем присутствующим через меня. Ну, что я могу еще сказать, что некоторые товарищи вообще никак не отреагировали на мои приглашения приехать в Москву ни письмом, ни телефонным звонком. И даже те, которые раньше как-то отвечали, сейчас замолчали. Озеров Александр, Шабельник Василий, Шевченко Владимир, Веретин Олег, который вчера, вернее, в прошлый раз был, Иванов Игорь, Шацко Владимир, Шестаев Владислав. Ну, вот, смотрите, что я еще скажу. Всем нашим однокурсникам я отправил по почте или лично передавал свой фильм на DVD к 36-летию выпуска в двух частях. После этого мне прислали по почте или же передали лично много новых фотографий. Павлов Володя, Рудаков Володя. Вот сегодня Анатолий Федорович дал очень ценные фотографии. Ну, то есть все эти фотографии, так же, как и те, которые будут сняты сегодня, вот, например, то, что снимает Олег, он мне передаст. Это я добавлю в новый фильм на DVD, который будет называться уже «37 лет выпуска», и который тоже, я думаю, будет двухчастный. Этот фильм я позже перешлю всем без исключения. Ну вот, на нашей встрече, кроме выпускников 1974 года, присутствует Савин Олег, выпускник 1975 года, а также бывший наш начальник курса Приходченко Анатолий Федорович. Почему? Вот. Настоящий. Ну, в общем, вот все то, что я заготовил, я вам прочитал, так что теперь действуйте по ситуации. Ну что, товарищи, давайте тогда за сказанное. За встречу. Я предлагаю первый тост поднять за встречу. Молодец. И больше этим все сказано. Молодец. То, что мы встретились, это очень важно. Мы поменяли свои взгляды, решили встречаться каждый год. Передавай, чувак. Передавай. Knife.
never shook hands. Pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white, just a jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Mac Heat, dear? So there's not a trace of red on the sidewalk. Sunday morning, even, lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is this someone? Mac the knife from a tugboat by the river. A cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mac he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mac Heat spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanier, Sweet Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, dears. Now that Mac Heat's back in town. Take it, Satch. Don't you cry.
these mornings. You gonna rise up singing. Yes, you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. Standing by. Summertime. It deep in my senses. And the living is easy. Oh, Betty Susan. Fish are just